Итак, снова в лесу, уже втроем. Пошли мы за грибами. Обмотали ноги пищевой пленкой. Так как идет дождь, нам еще надо пройти болото. Ну да, одно, тут одно болото мы пройдем. Идем собирать грибы. Вот мы первые грибы нашли. Березовички. Сейчас их каждый по грибу себе срежет. А как грибы надо резать? Вот так вот. Под низ. Вот так туда их. Оп. Понятно. А, это какие-то... Что это такое? Это маховики. Это маленькие маховички. Ладно, я знаю, где еще. Оп. Вот они. Сорвал только шляпу. Да. Маховички. Надеюсь, они не червивые, я не буду их скрывать. Все. Вот идем такие дальше. Непонятно, грибы еще маленькие растут. Идет дождик с утра. Идет целый день дождь. Ух. Так, опоздали мы на автобус. Точнее, не знал, что автобус 10 не ходит. Поэтому мы пошли. Поехали на 11-часовом. Смотрите, гриб. Вот гриб хороший. Это хороший? А, нет, это... Издалека он казался хорошим, это поганка. Нет, это поганка. Да, это фу. Так, ну все, идем в лес. Мы просто на первой опушке собрались. Здесь обычно я перебираю свой короб, достаю все, что мне необходимо. Воду там. Сейчас, никуда не ходить. Вот такой могучий подосиновик. На самом деле он не особо большой, что я его так назвал. Вот первый сегодня попался. Да, уже поеденный. Изредка. Ну вот. Вот на той сопке будет много под, вот таких грибов, Петя. Так что не переживай. Мы насобирали сыроежек нормально, вот сейчас неплохо. Вот в том лесу. Вот там вот их много растет. Ну это сейчас пойдем собирать нормальные грибы. Вперед! Прошли мы где-то 2 км. Немного так. Здесь ты-то с друга не пройдешь. Все равно. Такие красивые. Не собирали. Немножко сыроежек. Маслят, как ни странно. И возвращаемся домой. Дети перемерзли, подождем. Вот мы уже вышли из леса практически. Уже лэп появился. Ну, сыроежек так неплохо набрали. Вот они хотят сейчас их жареные в виде, в супе поесть. Там все будет. Павлик вообще замерз. Он идет заражить сзади. В варежках. Вот так вот. Зато на ошибках, как говорится, учатся. Я говорил, что замерзнет. Нет, нет, мы с тобой пойдем. Ну, пошли, пошли. Ладно. Нет, это все равно какая погода. Сейчас будем перепрыгивать через этот ручей. Вон там хороший путь. Петя, идите за мной. Сейчас через ручей этот перейдем. Вон тот лесок пройдем. И все. И мы будем уже в городе. Осталось там. Похоже, Петя не замерз. Метр собирается вечернику по пути кушает. Павлик, тебе холодно? Да. Вот такие у нас свистки. Повернись ко мне. Да? Подуй, посвисти. Какой походик у нас сегодня был. Все, так. Мы вернулись. Фух. Ну, у тебя тема наука, конечно, хорошая. Сегодня. Ну, если завтра дождя не будет, и в четверг. Четверг не будет, то в четверг пойдем. Завтра не знаю, пойду или нет. Хотелось бы, конечно, ученики собирать. Ладно. А, всегда, даже в лесу, то сзади идет